Всем привет! Я на канале «Все своими руками». Сегодня я буду хорошо пророщенную картофель сажать в мешки. Вот такие обычные сахарные мешки для раннего урожая. Полакомиться молодой картошкой. Вот я подготовила мешок. Наложила сюда яичных лотков в виде ведра. Лотки очень хорошо держат влагу. Первое время это очень важно для картошки. Так как мешки, они влагу очень хорошо выпускают, а запускают плохо. Покажу, что я буду делать дальше, подготавливать почву. Сейчас я засыплю обычной травой молодой, листва, что есть. Подушку такую большую сделаю, веточки ставлю. И насыплю сейчас еще коровьего перегною немножко. Сейчас я сюда понасыпаю перегноя. Годовой сырой перегрел, создав такую нижнюю подушку для питания. Вот так вот. И сейчас я засыплю это все земелькой. Вот, засыпала мешки землей. Тоже должна быть земля плодородной. Если она будет бедная, в мешках ничего не получится. И сейчас мы перейдем на саму картошку. Замачивала я ее в сырых опилках. Опилки замочила, положила, прикрыла полиэтиленом и убрала в кухню под стол. Вот это все время она у меня стояла. И очень хорошо проросла. Корневая система просто шикарная. Даже поверху видно. Теперь надо ее аккуратненько. Она переплелась уже прям. Вытащить. Сейчас я вытащу хотя бы одну. И продолжим. Вот одну я вытащила. Видите, они переплелись. Они буквально у меня находились недели три. Ну, какая шикарная корневая система. Мы ее положим верхушечками этими вверх. И вот это все нужно засыпать землей. Всю корневую систему. То есть всю картошку. Что это у нас? Лишнее что-то. Такую картошку нужно поливать. И поливать часто. Тени она расти будет, но ничего не даст. Только на солнышке. Ну, это все мы закроем. И она и прольем водичкой. Впитается, подсыпем еще. Я села. Такие. И это еще не все. Когда она подрастет, подымется, где-то вот на таком расстоянии сантиметром уже 7, уже 10, я буду подсыпать траву. Ну, не поднимая мешки, а просто закрывая землю. Ну и плюс поливать. И будет молодая картошка. Очень рано. Так что, кому понравилось видео, ставим лайки и не забываем подписываться. Пока!